Вот посмотрите на это обилие дорожек и эффектов на них. Егор Летов, не одобрил бы такой подход. И это еще не все влезли. Это что? Что там? Что ты там нашел? Отлично! С хорусом это звучит смачно. Хорошо, оставим. Именно в этом месте, да? Да. А может еще куда скопировать? Я сейчас. Оля хочет есть, понимаете? Да, я понимаю. Да, мы понимаем, что Оля хочет есть. А ты говорил, никуда не засунем, видишь, как раз. Что там происходит? Это голодный птеродактиль какой-то. Ну-ка, а если еще раз послушать? Погоди, я сейчас припев выровняю. Бабуля. Есть. 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 Вот так вот. Вот так это все как-то будет, да? А можно ведь и на проигрыш тоже где-то этот есть ставить? Есть, 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 нет, есть! Именно вот эту перегруженную версию. Придумаем. Сколько дорожек все-таки? Вот я помню, когда хит сводился, у меня там было 4 дорожки. Нет. У меня была двойная дорожка гитары, дорожка ударных, дорожка баса, дорожка вокала и отдельная дорожка для соло. Все. Или подожди. Или у меня гитара не было дорожки для соло, все в одной. Я не помню. А тут вот. Воу.